Всем привет! Вторая серия нового турецкого сериала «Королева» выйдет 29 марта. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть через несколько дней. Если вы планируете смотреть данный сериал, тогда ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Алтеш и Денис составили договор, согласно которого ИПЭК после полученной суммы в 20 миллионов лир должна была забрать свои заявления из полиции. Но она захотела встретиться с ними лично и поговорить. ИПЭК сказала, что знает Атеша уже год, и это удивило Денис. Она вспомнила ту злополучную ночь, когда на нее напали. После этого неприятного разговора Денис сказала Атешу, что между ними все кончено. Он пытался извиниться, но Денис попросила собрать вещи и покинуть ее дом. Денис в шоке, что Атеш встречался с ИПЭК целый год, и все это время он ей лгал. К тому же фирма имеет огромные долги, поэтому семья Денис резко стала бедной. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.